Здравствуйте, дорогие друзья! Спасибо, что смотрите нас. Сегодня мы с вами приготовим очень простой и быстрый рецепт аджики. Для этого нам понадобится 1,5 кг помидор, 500 г моркови, 8 головок чеснока, 8 сладких перцев, 300 г петрушки, 200 г укропа, 80 г хрена, 7 острых перцев, примерно 100 г, 1 столовая ложка сахара и 3 столовые ложки соли. Все овощи режем и пропускаем через мясорубку. Дорогие друзья, у нас получилась красивая, острая, ароматная аджика. Теперь мы к ней добавляем соль и сахар. Все хорошо перемешиваем и раскладываем в простерилизованные баночки. Вот наша аджика готова. Она получилась ароматная и острая. Если вы не любите острое, вы можете добавить немного меньше красного перца. Такую аджику храним в холодильнике. Подписывайтесь на наш канал, не пропускайте новых рецептов. Прошу к столу и приятного всем аппетита!